Всем приветики. В этих часах я обнаружил дополнительный отсек. Я когда открыл крышку, заметил, что здесь торчит вот отсюда вот этот вот пластик. Это говорит о том, что там стоит дополнительная батарейка. И этот пластик нужен был для того, чтобы она не разряжалась. Ведь неизвестно, сколько они будут стоять в магазине. И чтобы за это время батарея не разрядилась, там стоит вот этот пластик, защищая батарею от разрядки. Ну, то есть, чтобы она не была задействована и не разряжалась. А сейчас, когда я ее убрал, она задействовалась. И ее суть в том, чтобы сохранять настройки часов. То есть, если у вас здесь стоят батарейки, и они вдруг сели, вы их можете вытащить, вставить новые, и настройки сохранятся благодаря этой батарее. Также вот и сеть. Часы подключены в сеть, и идет время. Но если вытянуть часы из сети, время пропадет. И пока там стоял вот этот вот пластичек, в это время, когда я вставлял, часы сбивались. И вот видно, что они уже никак не реагируют, часы ни на звук, ни на звук, ни на кнопки. Все, они уже ни на что не реагируют, они просто не работают. Если сейчас вставить сеть обратно, вот, слышно, они пикнули там что-то. Вот они пикнули, а время осталось, а всегда сбивалось. Это потому, что там стоит батарейка, которая как бы помнит именно настройки. То есть она нужна для того, чтобы не сбивались настройки. То есть можно убирать сеть, и батарейки можно убирать. Потом вставлять, и все это останется. Вот оно. Это все благодаря этой батарейке. То есть, если у вас пропадет сеть, потом появится, настройки не собьются. Если батарейки сядут, вы их замените. Если достанете новые, поставите, настройки не собьются благодаря этой батарее. Но когда она разрядится, тогда да, начнут сбиваться настройки. И чтобы они не сбивались, надо будет ее просто потом заменить. Но я думаю, сейчас она не активна, потому что, ну или с нее берется очень маленький заряд, потому что в основном работает от сети. Она нужна просто для сохранения всех этих настроек. То есть даже если выключаются часы не работают. Единственная функция этой батарейки — поддерживать память о том, о настройках. То есть она не сильно быстро разряжается, она долго будет работать. Вот. Как-то так, на этом все. Всем покедова.